инфантильность, на мой взгляд, это неумение и нежелание взять ответственность за свою жизнь и свои решения на себя. Очень легко сваливать неудачи на плохое воспитание, неполную семью, нестабильную ситуацию в государстве и так далее. Причин можно найти много. И все они в какой-то степени будут действительно влиять на личность и его будущую жизнь. Ну, то, о чем я говорю. Но в силах каждого человека взять свою жизнь в свои руки и жить по своему выбору. Например, отвернуться от вредных привычек. Например, у человека наследственная зависимость от алкоголя. Он вырос в среде, где все пили. Сейчас у него плохая работа, несчастливая семья и так далее. И как бы все говорит ему идти по той же дорожке, начать пить и скатиться еще ниже. Но если этот человек возьмет ответственность за свою жизнь на себя и примет решение не пить и не впадать в апатию, а встать на ноги, то вероятность того, что все наладится, уже гораздо выше. И никто не говорит, что будет легко, и это решение иногда нужно принимать каждый день. Таких примеров можно найти много, но выбор всегда за человеком. Вот мне кажется, все-таки обстоятельства, в котором мы можем быть поставлены, небольшой комментарий от меня, обстоятельства, в котором мы можем быть поставлены, могут быть разными, и тяжесть их может быть разной, могут быть действительно очень тяжелые обстоятельства. То есть то, что с нами сыграло в детстве жизнь, вот эту злую шутку, там, один родитель, плохо все в школе, не дай бог какой-то изъян внешности там и так далее, и человек, допустим, ему тяжело просто развиваться, вот, и принимать решения. И мы можем быть поставлены в разные условия, но в то же самое время выбор все-таки за нами. И как я говорил уже, да, я это взвешивал сегодня, то есть мне кажется, вопрос в том, когда ты начинаешь сопротивляться, когда ты начинаешь все-таки думать, начинаешь платить, принимать решения, идти туда, где холодно, неуютно, потому что одна из причин – это вообще в целом это комфорт, то есть тебе комфортно все еще, за тобой смотрят, и сидишь в теплом своем диване, накрывшись одеялом. Тебе надо выйти туда, где холодно. Ну и с другой стороны, я еще раз подчеркну свою мысль, что можно и выходить туда, где холодно. Другой вопрос, как бы чем ты занимаешься на самом деле, ценно ли это или нет. То есть ты вцепился в какой-то, у тебя есть какой-то проект, есть какая-то мечта, и ты за ней следуешь, но на самом деле это не имеет никакого отношения к какой-то взрослой жизни зрелой. Угу. Вот, потому что тебе 40 лет, а ты там вот, ну, как сказать, никому не послужил, ты служил только себе всю жизнь. И стремился только к тому, чтобы себе что-то приятное сделать и устроить. Чем не инфантилизм?